Всем привет! Сегодня хочу показать вот такую вот миниатюрную, я бы сказала, на мой взгляд, орхидею. Вот так вот она у меня растет. Когда-то я посадила ее и, честно говоря, не думала, что она будет расти и даже так цвести. Но в этом году она мне очень порадовала, эта орхидея, и, конечно, очень мне приятно. Я бы сказала, такое пышное цветение. От него добиться цветения очень тяжело, ну вот насколько я видела. Но в этом году так вот там цветочки, ну и вот такая вот посадка. Как вы знаете, я любитель поиграться, что-то поделать. Ну, в общем, вот такая вот поделка. Это, кстати, показываю Angraecum distichum, и произрастает он от 200 до 1600 метров. Вот такой вот его... В общем, в этих регионах он произрастает. Я уже не помню, сколько лет здесь она растет у меня. Эта орхидея, я знаю, что был небольшой маленький кусочек. И вот так постепенно-постепенно она разрослась. Когда-то я нашла эту коряшку. И вот так вот ее пристроила. Горшочек от бонзаев. Мох мой любимый. Ну и понравилось. Растет она не на ярком солнышке, эта орхидея. Опрыскиваю, конечно. Ну, так вот, чтобы корешков, конечно, я сильно здесь не наблюдаю. Есть тут такие вот маленькие, тоненькие, но ей хватает. Хватает и влаги, и даже она зацвела очень, кстати, быстро. Развила цветоносы. Я когда-то увидела просто такие бубочки маленькие, и потом, ну, очень быстро она их развивает, и открываются они маленькие. Стараюсь приблизить такие белоснежные цветы красивые. Здорово, конечно, когда кустик разрастется. Надеюсь, будет красиво. По размеру, да, они, конечно, ну вот, мой мизинчик, видите, да? Ну, маленькие, маленькие. Конечно, не все любят маленькие орхидеи, но, на мой взгляд, это такое, знаете, уже... Когда ты уже позанимался и фаленопсисами, и котлеями, и чем-то еще, миниатюрные орхидеи – это, на мой взгляд, уже такая следующая ступень, когда ты уже сам себе хочешь что-то доказать, хочется что-то интересного попробовать. Ну, вот это вот, наверное, миниатюрные орхидеи, они относятся, наверное, к этому ряду. Здесь еще продолжает цветение так долго. Яркие цветочки. Очень долго растут они. Растут, цветут. Кстати, не сказала я. Эти цветочки маленькие, но они пахнут. И очень даже приятно. Поэтому есть и такой небольшой плюс. Медленно она, конечно, растет, эта орхидейка. Но когда начинает уже так вот расти в разные стороны, то как-то уже смотришь и кажется, что и быстро она уже даже растет. В общем, конечно, в нашем деле нужно терпение. Ну, все знают об этом. В общем, вот такая вот красоточка. Тут продолжает цветение еще тенеброза.
гибрид с Леопольдией. Уже немножечко цветочки склонили так лепесточки, но долго держится все равно. Долго. Это моя новинка. Тут вот стоит, думаю, ладно, покажу уже ее. Как вы видите, такая тоже губа бахромчатая. Это я купила на выходных. У нас была выставка. Ну, выставка такая, все для огорода. Мы в ней участвовали нашим клубом. И понравилось мне, цветы крупные. Вот я сейчас на фоне моей руки, видите, очень такое крупные цветы. Ну, такие они уже были в таком вот виде. Но я поняла, что здесь какой-то гибрид с дикбианой, и я не ошиблась. Гринвич, она тоже зеленая, но она с розовой губой. И гибрид на дикбиану. Поэтому будет у меня еще один гибрид. То Hair Pig, волосатая свинка, это будет... Но у нее не такая, конечно, волосатая губа у этой. Ну, такой приличный размерчик. Нужно будет ее пересадить, эту котлейку. И красиво все равно. Вот я не знаю, чем-то меня все-таки зеленые цветы тоже привлекают. Кстати, запах я не ощущала, но, честно говоря, я ее и не нюхала в ночное время, вечернее. Нужно будет как-то это дело сделать. Посмотрим, потому что дикбианы должны пахнуть ночью. Ну и вот я думаю, если она не пахнет утром и днем, то, конечно, она будет пахнуть ночью. Здесь один такой маленький цветочек распустился. Ну, я имею в виду маленький, потому что по сравнению с куртинкой Morning Glory Nudosa на пурпурату всего один. Должно было быть еще пару цветоносов, но они не выдержали холода. Кстати, хотела попросить прощения. Голос у меня, я немножечко была приболела, но такие еще остатки остались. В общем, нравится мне это тоже. Такое сердечко прям красивое. И такой запах обыкновенный, цветочный. Ну, как и я бы не сказала, что у пурпураты тоже какой-то такой необычный запах. Как по мне, так обыкновенный цветочный аромат. Здесь распустил второй цветочек. Это Bulbophyllum grandiflorum. Крупные такие цветочки. Ну, на мой взгляд, интересные. Не всем, конечно, не всем нравится у нас. Вкус и цвет у всех разный, но... На мой взгляд, интересный такой крапчатый цветочек. Произрастает он в Новой Гвинее от 100 до 800 метров над уровнем моря. То есть любит тепло. Ну, вот такой вот. Я его покупала в том году. Так вот, я его и не пересаживала. Тут еще что-то какое-то. Кактусовая растет, да, я так понимаю. Не знаю, что это. Ну, надеюсь, большим не вырастет оно. Ну, посмотрим. Может быть, при пересадке я это все дело и достану. Также в июле расцвел наконец-то. И уже, честно говоря, осыпается понемножечку. Какие-то цветоносы распускаются. Я думала, все расцветет как-то вместе, одновременно. Но получилось так, что какие-то цветоносы начали осыпаться. Какие-то цветоносы только распускаются. Здесь вот бутончики. И это Oncidium Satanum. Это природный Oncidium. Похоже он, конечно, на твинкль.
очень сильно, но это природная орхидея, природный ансидиум. Тоже такие маленькие цветочки, как у твинкля. Запах, конечно, обалденный. Я его перенесла в свою рабочую комнату, обустроила себе кабинет рабочий, и просто запах, вы знаете, приходится открывать окно, потому что оно очень-очень сильный аромат. Начинается с утра и прямо вот до полудня очень сильный аромат. Вот такой вот Ansidium Satanum Dark Pink на... В общем, это такой гибрид, да, ну, два сатанума скрестили. Темно-розовый, оказывается, тоже есть их формы. Произрастает он в Мексике, в Гватемале, Коста-Рика, Никарагуа. И произрастает во влажных лесах и до 1500 метров. То есть такого прохладного содержания, я бы сказала, орхидея. Но нужна влажность. Очень такой раскидистый получился в этом году. Красивый, много цветоносов. Ну, в общем, так вот он и разросся с того года. Я его не пересаживала, я его купила пересаженным. И вот так вот он очень долго растил цветоносы свои, очень долго наращивал бутончики. Ну и не очень их долго держит, я бы сказала. Я думала, что я дождусь, когда все-все-все расцветет, но постепенно что-то осыпается, что-то еще не распустилось. Маленькие цветочки, кто не знает, вот видите, маленькие, но их настолько много и настолько сильный аромат, что здорово смотрится. И вот зацвела Cattleya Chocolate Drop. Это гибрид аурантики на гутату. И вот таких вот средних размеров. Очень реально красный цвет насыщенный. Участвует эта Cattleya в очень многих гибридах. Ее очень любят скрещивать. Гутата высокая, аурантика, она чуть поменьше, ну и такой средний размер получился, наверное, сантиметров 35-40, я бы сказала. Она у меня цвела когда-то давно, я ее потом поделила, и, в общем, долго она у меня не цвела. И вот три цветоноса выдала. Интересные такие небольшие они, конечно, цветы. Ну, очень красиво, когда шапочками цветут. Что еще расцвела? Расцвела вот такая вот моя одна из любимых Cattleya, Brassica Cattleya Little Mermaid Janet. Я уже неоднократно говорила, что очень нравится мне эта орхидея. У нее изумительный аромат, как по-моему. Это гибрид Валькирианы на Брассанте Майкай. Ну, вот такая вот красивая крапчатая губа. Это от Майкай, конечно. И Валькириана делает свое дело. Запах и цвет. Распускается только второй цветочек. Ну, в общем, вот так вот. Судя по этому цветоносу, я так думаю, что оно у меня цвела тоже недавно. И вот что меня опять удивило, уже распустились цветы, энциклия кохлеата. Первый цветонос пошел, вот прошлогодние цветоносы, они зеленые почему-то стоят. И этот цветонос уже распустился. Неприхотливая энциклия, конечно, когда идет в рост. Все ей нравится. Нравится влага. Вот так вот она у меня стоит в водичке.
не доходит до нее вода, но влажность постоянная. Цветы, мне кажется, все крупнее и крупнее становятся у нее с каждым цветением. Ну, а вот это вот чудо, на мой взгляд, это чудо. Чудо произошло у меня. Кто со мной давно знает, что я очень хотела зацвести маздевалию. Не одинжды я уже ее заводила, но они у меня все пропадали. Ни одна не выживала, скажу честно. Было, наверное, штук 10 точно. И вот я следовала всем советам. Но ничего у меня с ней не получалось. И вот эту вот маздевалию я приобрела в феврале. Она была в цветущем состоянии. Ну, понятно, что когда она до меня доехала, она уже не цвела. Осталась только цветоножка. Ну, и я стала ждать, что, может быть, это примется. Это гибрид. Вот такой вот гибрид. Я даже не меняла бирки. Почему-то я думала, что и это пропадет. Но на мою удачу она у меня росла и даже вот расцвела. И я вживую, честно говоря, вижу первый раз цветок маздевалии. Он такой вот крупненький, я бы сказала. И, кстати, я никогда не знала, что у них тоже качающая губа внутри. Ну, в общем, как у бульбофилмов. Обалденная. И, кстати, я ее посадила по моему способу. Вот, не знаю, вот я думаю, посажу я, как я сажаю. Вот видите, мох внизу. Я ее полила только что. Она мне, кстати, тоже стоит в поддончике. И там так водичка иногда скапливается после дождя. Но вот так вот я высокий ее горшочек посадила, потому что она у меня пришла тоже в высоком горшке. И я посадила высокий горшочек, ну, вот сантиметров 10 он, наверное. И на дно мох тоже. Ну и я, честно говоря, очень-очень рада. Это мое первое цветение маздевалии. Ура, ура, ура! Моя маленькая такая победа. Я почему-то подумала, что я когда еще и покупала, она в феврале цветет, думаю, лето. Ну, может быть, действительно попадется не сильно прихотливая. И вот такой вот у нее насыщенный цвет. И сейчас июль, и она у меня расцвела. Середина зимы у нас получается. Я не знаток в маздевалиях, может быть, мне подскажут. Вот здесь вот был ростик, да? И вот он сейчас высох. Вот здесь вот видите, я не знаю, что это на нем растет. Но я так посмотрела, ну, вроде бы как цветонос. Вот этот, кстати, вот он тоже вырос сухого. Неужели это цветоносики? Вот так вот они могут из сухих ростов. А ну да, а я даже не видела. Увидела бутон, цветок и не дышала. Даже не увидела, откуда он растет. Я, конечно же, пытаюсь им создать более прохладную обстановку. Ну вот с февраля она у меня прожила, получается, и зацвела. Вот так вот камушки ей, охлаждаю ей, получается, ножки. Мох, влажность стараюсь держать. И у меня получилось. Ура, ура. Ну, на такой для меня очень интересной нотке я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч, маленьких побед каждому из вас. Пока-пока. Thank you.